Всем привет! Спешу поделиться с вами новостями. Во-первых, сегодня в Санкт-Петербурге состоится первая фан-встреча с участницами шоу «Пацанки». Ходит слух, что за вход нужно будет заплатить 4000 рублей, но это неправда. Не стали бы тогда участницы шоу «Пацанки» писать на своих страницах в социальных сетях, что вход бесплатный. На фан-встрече 100% будут Диана Субатина, Саша Настя Смирнова, Анна Михеева и новенькая Юлия Макарова. А Юлии Макаровой у меня есть видео, сделаю ссылку в описании. Возможно, придут Анжела, Наталья Мурмуа, Валерия Матвеева, Ксения Милос и Вероника Патрушева. Финалисток проекта, думаю, что не будет. Еще сегодня новая серия, и должна бы уже прийти новая девочка, Юлия Макарова. Придет она ненадолго, на 1-2 недели. Еще ходят слухи, что вернется Анна Михеева. В принципе, это возможно, сужу я по социальным сетям, с конца июля до начала сентября она не выкладывала фотографий. Короче говоря, сегодня в новой 8-й серии нас ждет много сюрпризов. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости о шоу «Пацанки».